День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Именно первоклассников встречают с особой торжественностью. 1 сентября – праздник не только школьников и студентов, а также их родителей, которые волновались не меньше, чем сами дети. Наша школа занимает особое место среди всех общеобразовательных заведений города. Акимат нас поддерживает в финансовом плане. Мы получаем деньги, которые идут на развитие школы. Это уже второй учебный год, как мы получили статус школы-гимназия. Будем и дальше работать над тем, чтобы дать качественное образование нашим ученикам. По сравнению с прошлым годом учащихся стало больше, говорит Акимуральском Мурат Мукаев. Выступая с поздравительным словом, он отметил, что с каждым годом наша система образования бурно развивается наряду со всей страной. Но главное, над чем стоит работать, это качественное образование, которое должны получать дети. Мы смотрим с уверенностью в будущее. Как я уже отметил, растет рождаемость. В семьях становится больше детей. Соответственно, нам нужно строить больше учебных заведений и дошкольных заведений. В городе на сегодня действует 50 средних общеобразовательных школ, 50 государственных детских садов и 49 частных садов. В этот праздничный день хочу вам пожелать, самое главное, отличных показателей в учебе. А мы, в свою очередь, государственные органы, частные структуры, заводы, фабрики, все наше население города должно неустанно работать. Только в этом случае мы добьемся больших успехов. После всех выступлений для учеников прозвенел первый в этом году звонок. Дети смогли пройти в свои классы, где учителя провели первый в их жизни урок. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.